Приветствую, друзья! С вами канал Коллекция монет. И следующая биметаллическая монета. Монета Финляндии. Номинал монеты 5 евро. Год выпуска 2010. Материал монеты биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо алюминиевая бронза. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу медальная. Вес монеты 9,8 грамма, диаметр 27,25 мм, толщина 2,35 мм. Отчеканена монета на монетном дворе Хельсинки, Ванта, Финляндия, общим тиражом 120 тысяч экземпляров. Посвящена данная монета одной из исторических областей Финляндии, которая называется Сатакунта. О некоторых монетах я уже рассказал из этой серии с историческими регионами. Всего было выпущено 9 монет, 2 монеты 2010 года и 7 монет 2011. Область на западе Финляндии, Сатакунта. Перевести с финского это название можно как 100 королевств. Сата — это 100, кунта — королевство. Славится эта область, этот регион Финляндии своими кружевами. И это отображено на монете. Изображены на монете вот такие вот катушки с ручками деревянные. Называются они коклюшки. Наматываются на них нити для плетения и кружева. И, в общем-то, изображен процесс плетения. Надписи на финском Финляндия, Суоми и на шведском Финланд. В Финляндии два государственных языка, финский и шведский. На другой стороне герб этой исторической провинции. Финский лев с мечом на фоне сине-желтого флага. Вверху корона. Здесь же номинал монеты 5 евро, знак художника и знак монетного двора, опять же лев. И вверху год чеканки 2010. Средняя стоимость данной монеты составляет 700 рублей. И опять же, может быть как немного ниже, так и выше, в зависимости от состояния. Кстати, часть тиража отчеканена в пруф исполнении. Естественно, в пруфе монеты будут стоить гораздо дороже. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.